І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Російські пропагандисти скаржаться, увага, на знущальний психологічний тиск з боку України. Так звані експерти вбачають великий ризик втягування в конфлікт НАТО, застосування ядерної зброї та початку Третьої світової. Закликають закінчити так звану спеціальну військову операцію, інакше будуть дуже, дуже неприємні наслідки для всього світу. Послухайте це. Вакані издеваются вот так над нами, так и с Дугиной. То же самое с Дашей. Это было открытое издевательство. Я думаю, это их форма воздействия на наше общество. Главный риск этого тяжелейшего военного конфликта, главный риск, это прямое втягивание НАТО в войну, в военные действия против России. Это очевидная совершенно Третья мировая война с применением ядерного оружия и гибель мира. И конфликт надо заканчивать. Я вот этим хочу закончить. Заканчивать надо конфликт. 86% Запад не прекратит поставки. Правильно, да, Алексей Валерьевич? Да. Вот. Но, Сергей Владимирович, но тем не менее ситуация действительно очень тревожная. Нехорошая ситуация. Она вот просто с каждым днем становится хуже и хуже, по большому счету. Потому что они скачут галопом, останавливаться не собираются, эти их подгоняют и вперед, и вперед, и вперед, и все это может привести к каким-то нехорошим вещам. Это в какой-то степени тоже, скорее, акт такого вот политико-психологического. Психологического давления. Да, политико-психологического давления. Создаются военно-космические армии. Потому что, опять же, с истребителями, вот я тоже хочу сказать. Потому что я говорю еще раз, да, ситуация не очень хорошая. Я соглашусь с Сергеем Владленовичем, когда он говорит, что это одновременно и военно-психологическое давление на нас. В какой-то момент, что-то мне подсказывает, в какой-то момент, мы, скорее всего, им скажем, что, ребята, все, хватит, потому что если вот сейчас вы не остановитесь, ну тогда, как говорится, уже и не обижайтесь. Все. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. Все, спасибо еще раз всем. А ось вже в іншій студії дехто Надєждін, який нещодавно закликав змінювати керівництво країни, тепер потребує завершення так званої СВО. Каже, що росіяни не хочуть, аби мобілізовували чоловіків, адже не відчувають загрози країні та собі особисто. Гості у студії, які раніше висловлювали войовничі заклики, вже сьогодні вважають їх неактуальними та заявляють про брак ресурсів для продовження конфлікту. Вам Александр Юрьевич сейчас говорит, а Донецк не бомбили, а детей в Донецке не убивали. Дорогие, вы как-то уже забыли. Донецк — что? Это украинский город. По состоянию 1914 год — это украинская территория. И это абсолютно такая понятная реакция государства на сепаратизм. Российская армия бомбила Грозный. Вы забыли про это? Вот такой Линдси Грэм Лайт. Дальше. Какое сравнение? Количество разрушений и жертв, которые были в Донецке по состоянию на 22 год. Здесь математика не идет с масштабом разрушений Мариуполя, Бахмута и Донецка. Как они завелись-то все? Можно я договорю? Они были граждане. Так вот, товарищи дорогие, по поводу ненависти, разжигания и так далее. Главная проблема-то в чем заключается? Она заключается в том, что российский народ, десятки миллионов людей, которые живут в Долгопрудном, Хабаровске, там, в Архангельске, да, они в Беларуси, абсолютно в Латвии, не ощущают, что в России кто-то напал. Нету этого слова совсем. Просто нет. Люди живут обычной жизнью совершенно, чтобы быстрее это закончилось, чтобы не забирали их детей вот туда, вот, в мясорубку в эту, в Бахмутскую и так далее. Стоп, стоп, поэтому стоп. Пропаганда когда приходит, Борис специально людей, разжигать это уже ненависть. Понятно, жаловато, да. Вот. А нужно стремиться к тому, чтобы этот конфликт, который рано или поздно, как и любой конфликт, завершится. А кто у нас говорил бомбить? Все, не актуально. Почему? Потому что ресурсы... Да потому что не смогли. Ресурсы для решения. Ваше время еще не наступило. Если у России сейчас ресурсы для того, чтобы установить контроль над Украиной, нет. И в ближайшее время не будет. По целому ряду причин, которые я не буду сейчас... Могу, но не хорошо, буду... Хорошо, давайте, да. Секунду. Ваш вариант. Когда мы закончим спецоперацию? Вот. Надо ее срочно заканчивать. Я за мир после победы. Мои оппоненты за мир вместо победы. Господин Надеждин, да, который говорит, ну все нормальные жизни, все, заканчиваем воевать, все будем нормально жить. Это и есть мир вместо победы. Все понимают, что дальнейшая гибель тысяч людей, когда мужики заканчиваются в городах, они уже заканчиваются в некоторых российских районах. Просто заканчиваются. Опять Долгопрудном. Да. Надо заканчивать. Чем быстрее этот кошмар закончится, тем будет лучше. Конечно, и надо победить как можно скорее. Бахмуте победил уже, Пригожин. Посмотрите на Бахмут. А как должна выглядеть победа? Что такое победа? Виктор, давайте сейчас пауза, несколько минут. И ось тільки послухайте, як одна з головних розпалювачок війни, Бобритка Симонян, розповідає, що вона як мати відчуває огиду до війни. То есть, понимаешь, приходит к тебе дочка твоя, 14-летняя, говорит, мам, что-то у меня метание там, я не знаю, может, я бы хотела родиться мальчиком, пойду-ка я пол сменю. Я вообще до 8 лет хотела быть мальчиком, если не до 10. Мне очень нравилось там по гаражам бегать, рогатки, и очень не нравились дочки матери, я так жалела, что я не мальчик. То есть в современном Кипре мне бы сделали операцию, я сейчас была бы не пойми что. Вот я даже не знаю, что лучше,
чтобы мои дети росли вот так или были вынуждены расти, расти так, или какая-то бесконечная война, без конца и без края. Не знаю. При всей моей естественном отвращении, опять же, как матери к войне. А ми відчуваємо огиду до ось таких лицемірок та нацисток. І скоро, Маргаріточка, ти відчуєш наслідки своїх дій. А тим часом нацист Соловйов піарить російських військових. Той розповідає, як ті бідненькі не сплять ночами та п'ють енергетики замість води. Ага. Ну, відкривають, вони там всі енергетиками заставлені. Тому що на війні зараз енергетики замість води п'ють. Що, звісно, не дуже добре, але, слушайте, деваться. Варіантів немає, деваться нікуди, треба все время тримати себе в тонусі. В голові прям стучать, знаєш, як на бат, кожен раз, коли я смотрю відео, яке ти показуєш. Не страшно під пулями мертвими лечь. Не горько остаться без крова. І ми сохраним тебе. Руська річ, велике русське слово. А депутат Держдуми Гурульов почав пошуки ворогів, які шкодять державі. Йому здається, що вони вже й на федеральні канали пробралися. І на сьогоднішній день треба розуміти, що серед нас, от буквально, я живу в Домодедово на Білих Столбах, повчора сожгли релейні шкафи на нашій залізній дорозі, яка йде на Кашир. Простий приклад приведу. Вчора відкриваю новость, на НТВ какой-то дятел виступає і розказує, що треба змінити президента. Ви що, взагалі з доброго клубу? Я після цього інтерв'ю накрив би медним тазом, взагалі закрив би ту лавочку, чесно говоря. Я речі, це Борис Борисович Надеждин, а то он. Вот. Я вообще запутавшись в своей политической ориентации, закрыл бы на раз и решил всегда, забыл про него, как оно называется. Ну это в это при чем там? Ну подожди, ну кто-то же этого ключевое слово врага пустил на всероссийский эфир. Інші ж пропагандисти дуже чекають, коли бункерний диктатор виконуватиме свої обіцянки, нарешті жорстко і по-справжньому відповість. І на їхню думку, це має статися ось-ось. Пора бы осознать, что, ребята, мы воюем уже не только на Украине. Нет, надо что-то делать, потому что в противном случае они так и будут испытывать и сыпать вот этими людоедскими... Владимир Владимирович Путин 24 числа сказал, а если вы сунетесь, ответим так, как никогда не было, вы себе представить не можете. Судя по всему, очень скоро наступит момент, когда придется отвечать именно так. Очень хочется, чем страшнее F-16? Неважно, что они там старые, не старые, это же платформа. Да. Нет, это платформа, конечно. Которая и... дикое количество вооружения. Да, 9 тонн несет, так сказать, И они будут работать из зоны, где наше ПВО может и не доставать. Конечно. То есть и ясно в этом смысл. Смысл там, неважно откуда, взлетели, отработали, ушли обратно куда-то в Польшу, в Румынию. Чтобы мы... Ну так давайте сразу, чего ж там? Чего ж там? Я уже всюду за границей побывал, все города уже видел. Я особо не был, если не вижу, что страшно. На этой оптимистической ноте хотелось бы и закончить. А главный алкоголик России, Маша Захарова, виявляється, дивиться пранкерів і на підставі їхнього контенту робить висновки про геополітику. Наші пранкери дозвонились до Джорджа Буша-младшого, который считал, что он общается с киевским режимом. Он сказал, вы все делаете правильно, ваша главная задача – убить как можно больше русских. Это часть менталитета глубинного американского государства. Это то, что сейчас является руководством к действию. Знаете, не могу не прокомментировать заявление Линдси Грейси, это англосаксонская. Это их идеология вообще на самом деле. Это вот то, что у них у всех на уме. Наши дети должны знать это с самого детства. С кем имеем дело? Это чистой воды фашизм. Просто прикрытый сегодня демократией. Демократия – это тот же нацист. Правильно сказал Фидель Кастро, что мы столкнемся с фашизмом, только который сегодня будет называться демократией. Опыт у нас есть, население готово. Здесь нужно, конечно, доверять людям, дать им реальную возможность защищать себя и свои семьи. Согласен на 100%. На этом все. Увидимся завтра. До речи, та ж Захарова знайшла ще й причину поточної ситуації. Це Друга світова війна, після якої не додавили нацистську чуму. А я ще раз говорю, це ж вопрос не тільки тому, що ми 9 мая збираємося з сім'єю, вспоминаємо наших дідів, наших бабушек, тому що у мене бабушки працювали на заводах, хоча не зберігалися документів, але це факт. Не тільки тому, тому що кожен день робота зв'язана з темою Второї мирової Великої Отечественної, тому що всі біди проростають оттуда, від того, що ту нацистську, фашистську чуму не додавили до кінця, тому що були компромісси. Якісь компромісси були оправдані, якісь неоправдані, але вони були. Ця мисль, ця ідея, ця ідеологія живуча. І вона виживає навіть в умовах того, що проходили, не знаю, Нюрнберзький трибунал, що Германія пройшла денацифікацію на протяжении десятилетий, що преступники, включая коллаборационистов, понесли наказание. Есть маленький нюанс. Не все. И вот в этом и кроется ответ на вопрос, а почему она так живуча? Дуже цікаво, як так звані переможці фашистів самі примудрилися стати фашистами. От ще один, Мардан, каже, що вилікувати Україну не можна. Устранение угроз, которые объективно существуют 24 часа в сутки, на территориях, прилегающих к Украине, возможно одним единственным способом – ликвидация самой Украины как государства. Переустроить Украину нельзя, вылечить ее нельзя,
брать для Украины новые какие-то элиты, но более разумные, более вменяемые, которые не радикалы, которые вот хотят строить общее, светлое, взаимовыгодное будущее, нельзя. Это неизлечимая болезнь. Украинство оказалось неизлечимой болезнью. И огромная беда-то заключается в том, что сама эта болезнь, а массовый психоз, государственная идеология, это вообще, в общем, ну, это сродни чумы. Она распространяется с гигантской скоростью, и лекарства нету, и поражает вот все, чего только касается. Вот для того, чтобы этих людей, сотни тысяч, миллионы, так называемых украинских патриотов, просто вылечить через какое-то количество лет, причем это одномоментно не удастся сделать, тем не менее придется устранить сам источник болезни, вот сам этот нарыв, гнойник, от которого во все стороны, по кровеносным сосудам, эта зараза, этот яд распространяется. Это, собственно, украинское государство, как идея, как миф, как мечта. А его вилікувати можна? Хоча й навіщо? Ну, ще одні представники такого собі національно-визвольного руху. Російські активісти намагаються знайти на вулицях Хабаровська підтримку своїх ідей, але щось йде не так. Сегодня 26 мая 2023 год. Здесь, да, советские все символы, друзья. Заедем, проведаем. Видишь, ну погоди. Вот видите. Да, друзья, давайте сделаем небольшой обзор. Это видит. Да, и Горбатый здесь. Сталин, вот Сталин достойный. Наш знаменитый Чебурашка. И баяны. О, даже пулемет. Смотри-ка, это... О, видишь, даже тут у нас... Пулеметы стоят. Мы это православные. Мы разве с ними воюем? А кто воюет? Мы с фашистами воюем. Это не фашисты. Как не фашисты? Вот так. Да, друзья, смотрите, настоящий фашист ходит. Бандеровец, давайте. Слушай, это ужас какой-то, что происходит? Я тебе говорю вчера, я тебе говорю, все ужас, все против. Вот так. Вы извините меня, у Пескова тоже это жена иностранно подданная. У Лаврова. Да там у всех так же. У Лаврова дочь в Америке. Твою дивизию. Прокачаны у нас люди. Поддержка спецоперации, бесплатную газетку возьмите. Да, мы опять находимся в районе топографа, там что-то вообще броня, тяжело идет сбор подписей. Там да. Вообще не поддерживают, там вообще не поддерживают спецоперацию, почти все. Я вот помнишь, как на отмазку говорят, да или нет, как ты думаешь? Нет, мы не поддерживаем, одна только сказала, мне все. Ну что делать, вот такие прокачанные у нас люди. Поддержка спецоперации, бесплатная газета, можете оставить подпись, поддержать наших ребят на Украине по зачистке от фашистов. Не оставайтесь равнодушными, друзья, каждый день там умирают наши ребята. Подходим, оставляем подписи за расследование законного развала нашего отечества. Скажите, что не так, объясните, пожалуйста. Да, друзья, люди злые. Украина незаконно вышла из состава СССР. Да, друзья, люди абсолютно прокачаны. Ну что делать? Да, друзья, вот проходит вроде молодая мама, себя ведет как последняя. Мы должны идти за идею. Россия – это Россия. Спасибо. Мы непобедимый народ, и нас никто никогда не победит. Все вместе. Россия! Сила! Спасибо, брат, спасибо. Мы на концовочку нашего звания. Родина, свобода, Путин. Родина, свобода, Путин. До речі, послухайте, що днями казав губернатор Білгородщини Гладко. Той пропонує приєднати Харків до Білгородської області. На його думку, лише це стане вирішенням проблеми обстрілів регіону з боку ЗСУ. Можна зробити для безпеки території, особливо приграничних районів. Харків присоединить до Білгородської області. Ви вірите у цю можливість? Це кращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Білгородської області. Харківської області. А чого ж тоді ви минулого року звідти втекли, кидаючи техніку та боєприпаси? Здається, і кордони Білгородщини давно вже показали свою захищеність в лапках. Тож, може навпаки, БНР звільниться від таких нацистів, як Гладков, і всім стане краще? І моє улюблене – новина на десерт. Ось так у Чувашії хворого довелося везти до швидкої машини. Просто на садовій тачці. Бо місто у селі знаходиться в аварійному стані. Как у нас на скорую вивозять. А вони ж і далі будуть підтримувати війну та свого диктатора. Адже руський мір – це невеликовна хвороба. З вас лайк, з мене наступний випуск.